Подними ручку, над тобой, который. Я его вообще хочу убрать. Бостон, JetBlue терминал. Мы летим на прекрасном JetBlue в Орландо. Не далее, как 3 часа назад, совершив мягкую посадку по прилету из Стамбула. Мягкую посадку в кавычках после 3 заходов. Кружили над океаном, наблюдали корабли, баржи, маяки. Через Бостон из Европы в какие-то другие города Америки. Как бы вам не обещали, что ваш багаж будет направлен. Final destination. Вам нужно будет его получить в Бостоне и бегом отнести его снова сдать в путь. Такая процедура. В Америке только несколько городов имеют таможню. Я их сейчас перечислю. Это Вашингтон, это Нью-Йорк, это Майами, Северные Штаты, Бостон. Мы здесь никогда не были, никогда не видели этот город, но нам предоставилась такая возможность наблюдать его с высоты. Место рыбацкое, даже потому что погода очень прохладная. Здесь on the flight deck, we're number one in line for departure. This is my desk off flight, so please be safe for takeoff. Не рыбачит, увлекается этим. Очень много маленьких суденышек, ботов рыбацких и даже профессиональных мужчин, которые заходили, грузились в самолет. Можно сказать, что они только что с рыбалки, а ветреные, загорелые лица, несмотря на то, что холодно и ветрено. Ну как холодно, 11 градусов ночью, не больше 22 днем. Сейчас едем по береговой линии. Это какой-то залив. Стоит аэропорт.
светит вот такая полная луна. Не совсем полная, но луна. На горизонте самолет идет на посадку. Вы видите свет? Это не звезда. Это самолет. Похоже, что мы выходим на стартовый прямой. Кстати, вот у меня в телевизоре белая снежка. В Америке. И ровными рядами дома.